2017 года. Хит всех европейских и российских чатов. Ну, кто же ее не знает? А тот, кто ее не знает, не пожалеет, что сейчас познакомится. Так, Human в прямом эфире «Утро на Енисее». Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of luck. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. Is it beg for forgiveness for making you cry? Making you cry. 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of luck. Oh, some people think I can solve them. Lord, heaven's above. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Друзья, круто, круто, давайте поаплодируем сразу. Девочки, молодцы, давайте сюда двигайтесь. Я вот тут поменяю. Одна из самых популярных и перепеваемых песен прозвучала в программе «Утро на Енисее» благодаря девчатам Дарье Казаковой, Дарье Фирсовой, Анне Сосновской и Таисе Курохтиной, семиклассницы второго лицея, с ними Елизавета Колот, это ученица 10 класса, и учительница Инна Алексеева. Доброго пятничного утра! Что-то пели-то так ярко, а тут... Ну, здравствуйте, здравствуйте! Они не привыкли говорить. Девчонки, сразу к вам пристану с таким вопросом. Тяжелый жанр, тяжело петь эту песню. Почему именно она? Почему это... И мне понравилось, что Наташа стоит за камерами и показывает, улыбайтесь, улыбайтесь. А я Наташе говорю, не надо, это серьезная песня, правильно? Здесь уже... Я всего лишь человек, я всего лишь человек. Итак, рассказывайте. Соул — это один из наших любимых жанров вообще. Песни. Нам очень нравится сложность исполнения этого жанра, ну, поэтому мы выбрали эту песню. А что для вас было сложно? Интонировать? То есть высокие, да, низкие частоты? Нет, ритмичность этой песни, то есть более, наверное, это было сложно. Ну да, она не характерная для российской, да, большой эстрады. Как долго вы репетировали, чтобы представить этот номер для вашего проекта школьного «Большие игры»? Ну,
конечно, мы готовились. Мы сейчас за неделю узнали об этом. Ну, узнали мы, конечно, раньше, но готовились это неделю. Но песню мы выбрали сразу, потому что нам очень нравится эта песня, да. А как получилось вот этот квартет? Вот этот мы все лучшие подруги. Получается, мы все лучшие все подруги. Все учатся в одном классе, все умеют петь. А 10 класс и 7 как получилось? Это 10 вот здесь, Елизавета. Подожди, мы до нее доберемся. Мы еще доберемся, да. Маленький вопрос. Вы вот говорите, don't put the blame on me. Это... Как переводится? Она просто не знает, как переводится. Скажите, как переводится? Учителям, когда они говорят вам, где ваше задание, я не виноват, Я всего лишь человек, я не успела. Нет, не отмазывайтесь. Хорошо, давайте мы спросим у преподавателя Анны Алексеевой, это учитель лицея номер 2 Красноярска. Вообще, в принципе, о больших играх. Как в школе пришли к этому проекту? Если мы правильно поняли, посерфив на вашем сайте, то все дети от мала до велика, которые чем-то занимаются вне школах или в школе, в разных секциях и кружках, показывают и презентуют вот себя. Ну, вы совершенно правильно поняли, конечно же. Проект создавался не сразу, мы шли к нему несколько лет и начинали с разных проектов. Это, наверное, самый большой получился у нас именно в этом году. Первый проект был «Научи учителя». Дети обучали нас самым неожиданным моментам, самым неожиданным действиям, которые мы не предполагали. Ну, например, на скейте кататься, да? Вот вы представляете меня, занимающейся ушу. Представляете, это правда? Классно, это классно. Преподаватели занимались капоэром, мы пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, что мы только не делали. Мы даже сами не ожидали, что мы такое умеем. Потом у нас был замечательный проект «Мы команда», и мы занимались спортом. И это уже были, сборные команды. Мы были разные, это были разные классы. Это были обязательно родители в команде и обязательно педагоги. Причем должны были быть и папы, и мамы, и педагоги, мужчины и женщины. Это было замечательно. Мы тренировались несколько месяцев, чуть ли не днем и ночью. Вечером, суббота, воскресенье мы были на тренировках. И капитанами, и кураторами были дети. Очень требовательные. Да, совершенно не разрешали нам расслабляться. Потом мы продолжили. У нас следующий был проект «Каждый класс хор». Мы пели. Абсолютно. Ну и вот сейчас получается, а сейчас большие игры и спорт, мы соединили спорт. Так. Родители и дети сказали, а как же интеллектуальная деятельность? И мы придумали интеллектуальный тур. Дальше. И апогеем стал творческий тур. Весна творчества. Да, то, что сейчас вы увидели. Лиза, а скажите, что вы представили и как вы готовились? Ну вот коротко так. К большим играм у меня очень серьезное было отношение, потому что к нему... К подготовке подошла вся моя семья. На гала-концерте присутствовали мои бабушки, тетя, дядя, двоюродный брат. Ну общем, да, у вас там какой-то вообще фурор все, да. В этом году колоссальный. Я участвовала во всех трех турах и получила просто эмоции сногсшибательные. Ну вы пели, танцевали? Да, или? Я танцевала впервые в жизни для себя. Я никогда не могла подумать, что я буду танцевать. Мне кажется, ну вот видите, как открываются таланты, открываются новые грани непосредственно уже у участников. К сожалению, у нас мало времени, мы еще продолжим за кадром разговор и сфотографируемся с вами. Да, ну а представим гостей, которые исполнили у нас хит радиостанции всех и чатов. Это была композиция «Human Rag'n'Bone Man». Как раз исполнили Дарья Казакова, Дарья Фирсова, Таисия Корохтина, Анна Сосновская, ученица 7 класса. А подробнее, более, ну, в рамках телевизионного эфира, насколько это возможно, о проекте «Большие игры» рассказали во втором лице. Рассказала Инна Алексеева и Елизавета Колот. Спасибо большое. Мы надеемся, что в следующем году вы еще больше вырастете в плане своей масштабности и обязательно увидим снова вас.